Грандиозные иксы, краш, кейсы на сайте UpX. По моему промокоду получи бонус на баланс. Без хуйни, ты не знаешь эту историю, потому что мы тогда еще не общались. Мы с Илюхой где-то едем. Я говорю, мне звонит мама, я говорю, пацаны, типа, ну реально, давайте без хуйни. Ну, вы знаете мою маму. Я беру трубку. Привет, мамуль. Он говорит, привет, Леш. И Илюха, Эксайл, просто мне в трубку. Сатана! Сатана! Ты прикинь, насколько гандон. А мама? Ну, он извинился потом. Перед ней? Нет, перед ней нет. Бля, ну ты прикинь, как его... А она что? Ничего. Ну, подумал, ну, дурак, блядь. Не верю, то, что Илюха это мог сделать. Ты был тогда? Нет, но я знаю эту историю, и от Илюхи тоже слышал. Пиздец вообще. Вообще на него не похоже. Учитывая, понял, насколько религиозная моя мама? Учитывая, насколько Илюха и Мухи не обидит. А мою маму обидел. Твоя мама. Сделай вывод. Моя мама не Муха. Этот. Просили шашлык, если с ними пойти.